react. Сука! Здорово, дармоеды, с вами Джерри. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить ультракил. В общем, сегодня мы катаемся и деградируем на трех кругах ада, поэтому... Ой, твою мать. А что дальше-то будет? Чтоб ты понимал, я... Типа буй-буй, да? И откуда монстры вылезут? Наверное, страшные. Да, это, наверное, кто-то срабатывает. Ты чё, ёпта, самый смелый? Так, вдох. А, так, хорошо. Нам куда? Нет, нам не сюда. Нам надо... Ага, вот. На всякий пожарный, я ее лучше заряжу. Не понял. Поляна. Поляц! А тут идет кое-кто. Давайте сами на него посмотрим. Блять, дядька, пиздики, дядька, пиздики, пиздики, дядька. Вот это, сука, подарочек. Дядя, ну вы, бля, вы же предупреждайте, когда это. Да, сука. Утракили никогда не достают. Вот это вот просто. Запомните, как башку починили. Да говна твоего пирога-то, а? Иди соси пиццу, дрянь. Я ж не зря сказал. Давайте, сюда. Сейчас мы вас перепилим сначала. Потом я попробую пойти на великого дядю. Хотя, что ты здесь? Куда я на тебя запрыгну, пора? Дай, дай сюда, дай, дай. Сюда, говно, хватать. Так, в общем, тут надо... Да, блядь, пожалуйста. Так, одних мы убиваем, другие появляются, да? Ясно, дело. Бляха, я чуть не стоп сейчас. Так. Где вы там были? Сюда иди. Сюда иди, я скажу. Блядь, какой ты мудак, а? Ты тоже не должен дать. Хотя ты мне, наверное, даже пиздюлей. Так, тут топоры, блядь, не вылетят? Нет, топоры не вылетят. Проход открылся, хорошо. Мне этот череп сувать. И тут я уже все порешал. Хотя нет, стой, подожди, тут может двери какие-то будут, еще что-то. Нет. Тут уже ничего не будет. Тут я его забрал. И куда мне его? Бляха, ну. Уже все должно быть просто, либо живем, либо пойдем.
Понятно. Успокоились? Так, тут у нас... Опа. Вот, блядь. Так. Так, я что-то не понял, где дрон? Мне надо куда идти дальше? Я сейчас, блядь, на них прям надо быть, да? Да нет, вроде. Красный черепок. Красный черепок нам надо сейчас куда? Спасибо, дура! Я же... Ты кто? Говорю. Ай. Надо мне сейчас. Цвет, блядь, чего я решил, что это она. Поэтому я мог. Ай-я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 й
Да твою готовую Бандерас, а? Иди вон! Что-то не понял, что это за перс был, ну да ладно. Так. О, Эска. Эска это не...
по сравнению с тем, что я более или менее пытаюсь пройти хотя бы на А, но это очень вряд ли будет. Ну или хотя бы на С. Ладно, чешем дать. Так, стоп. Это, ой, ёпта. Так, это я лучше не буду пока трогать. Шотган. Так, это у меня пила. Это какая-то, это самая. Армс. А, это кулаки. Так, взад. Так, так, ты кто? Значит, Минтфлеер. Ну ладно. А почему он открыт? Мы с ним ни разу не сражались. Хотя что-то мне подсказывает, сейчас мне, блять, придется с ним встретиться. Ладно. Твою дивизию. На всякий пожар. Хорошо, что я своего товарища попросил не спойлерить мне, что будет дальше. Это станция, видать, какая-то. Не хватит вот метрополитенов. Твою мать. А, это текстуры босс. Бляха. А, нам надо скелет притащить, чтобы дверь открыть. А, вот и скелет. Ну, я же его так просто не заберу, да? Да нет, вроде забрал, ладно. Что-то мне, блядь, подсказывает, что тут не все так просто. Но дверь мы открыли, во всяком случае. А мне кажется, кто-то, блядь, ждет, пока я расслаблюсь, а потом на нах. Сука, чекпоинт. Чекпоинт. Давай пронесемся лучше здесь. Твою дивизию, едить турлюсь. Ты чё, ебанутый? Сука, я же сдохну сейчас. Подожди, его перебили сейчас. Ты мне еще фигу тут покажи, если. По крайней мере, у меня ХП, я как бы его поддерживаю, баланс ХП нормально. Хотя мне лучше подсказывает, что мне лучше сюда не соваться. Сука, я же его буду пилить сейчас 2 часа, ты чё? Ай, да блять, понял, твою. Да сука, ты издеваешься, что ли? Так, стоп. Подожди. Ай-я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 й. Ну, это прямо хорошо. Я понять не могу, мне что сделать-то надо с ним? Мне его надо перебить, уничтожить. Что мне надо с ним сделать? Вы мне скажите, а я уж пишу. Так, сейчас будет кулак. Блять, почему я на волнах не найти? Так, погоди секунду. Да сука, мне кажется, я тебя, блядь, буду пилить 2 часа. Но
это какая-то, блядь, мазня, которая пытается мне сейчас оприходить. Стоять, постоянно. Смотри, а я могу как-то проползти вот ближе к нему или еще что похуже. Гандон, ты хватит меня бить. Но я ж тебя так буду бить. Я тебя не скончаю на бег. Ага. То есть тебе надо было несколько раз отпилить, блять, пальцы, чтоб ты понял, что так, сука, делать не надо. Поехали отсюда, слушай, ёп, нахуй. Мне это все не нравится. Очень не нравится. Красиво, спору нет. Назад. Там была какая-то станция, я не знаю, нужна ли она нам. Нужна. Не просто так. Тут даже музыка не играет в этом автомате. Ёб твою мать, что тут произошло вообще? Причем ультракиллы это просто 7 кругов ада. Что мне делать? Куда мне прятаться? Я за стеночкой, никто меня, блядь, не трогает! Блядь, трогают! Убей меня, пожалуйста. Просто убей. Просто уже убей! Сука. Какой ты гандон. Блядь. Ёб твою. Да ты своими руками, да я тебя, блядь, перебил на мне. Нет, не перебил. Нет, у меня есть шансы, у меня кое-какие шансы у меня все-таки есть. Это хотя бы, блядь, возгодится. И хотя бы его хоть как-то попилить. Но у меня абсолютно нет никаких, сука, шансов, что я выживу. Бля, черная дядя. Да ёб твои руки, блядь. Ну понятно, да. Нахуй. Все нахуй. Все, вот, блядь. Отлично. Сука! Какой ты, блядь, умный. Ты посмотри. Ой, блядь, дядю сгенерировал. Нет. Так, во время скольжения он не может что-то делать? Нет, видимо, не может. Это хорошо. Но я же этой пилой долго не продернулся. Ну это же... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну блин, твою мать. Теперь мразь. Спасибо за ХП. Ну короче, ХП можно... Мы себе воскрешать с помощью этих пальцев его. Но вот до них добираться, это прям жопа. Это прям надо
Не, дырочка. Блять, черную дыру еще, сука, генерирую, так что ты, блять, всю жизнь не пробовал. Мандалета, сука. Да хорош мне дырки тут генерировать. Да дай руку мне. Лапку, лапку. Ага, спасибо мне прямо в рожу свою лапку. Блять! Ебанул нахуй. Да, долго выебывается тут не стоит. Ой, бля. Не зря я это пью. Во-во-во-во-во-во-во. Так, тихо-тихо-тихо, дай взберусь. Сука, почти. Причем мы ж его, ну, почти убили, хотя, бля, не хочу говорить. У меня даже нет нормального оружия, которое я могу бы сделать. Одно дело, знаешь, вот этот самый. Во-во-во-во-во, дай сюда, дай. Во-во-во-во-во, дай сюда, так. Так, я могу вот тут вот по краюшку какому-то... Блядь! Сука, я тут время терял, у меня много осталось. Но, по сути, я могу просто восполняться от его пальцев. Вот одна вот эта вот черная дыра и черная копа. Сейчас один его удар и... Я ж говорю. Так, хорошо. Подожди, дай мне надо посмотреть кое-что. Бляха, тут даже музыка, сука, не играет. Так. Нет, чё, попробовать его электричеством ёбнуть, хотя... Так, ну давай попробуем, я не знаю. Блять! Ну, хоть какой-то порыв мы ему снесли. Остальное придется как-то выкручиваться. Так, нет, стоп. Миниган дай. Блять! Не надо, блядь. Ты, сука, ты меня сейчас уебошишь. Я тебе не надо, дядя. Это тебе не надо, блядь. Дядя, блядь. Я это как сделал? Блядь, дырка. Блядь, дырка! А, я за уровень буду. Вот это ты мразь, дядь. Цец, сука. Так, я понял. Надо бы место потайное. Потихонечку его отстреливать. Выбивает отсюда. Уёба. Ах ты ж уёба такая. Угу. То есть с тобой так просто не получится, да, парень? Хорошо, будем тебя... Будем
тебя практика это самое. Ой, сука, черная дыра пришла. Нет, ушла, все. Все нормально, все нормально. Блять, еще свидетельцы некоторые. Твою гандону, а? Тас. Во-во-во-во-во-во-во-во. Отлично. Ирично. Блять, где я? Нет, сука, в каких-то закоулках. Так, перезаряжайся, перезаряжайся. Перезаряжайся, пожалуйста, пожалуйста. Так, отлично. Какой взяли, какой взяли. Я уже так и знал. Так просто никогда ничего не будет. Да, плеуху мне в жопу, блядь. Усы мне в трусы. Да подожди ты, блядь. Успокойся. Ах ты ж, так его. Мне уже это из глаз потекло. Дядь, сходи к окулисту, слушай. Тебе нужно. Так, вот это миниган, миниган, миниган. Его миниган. Так, отлично. Оприходываем уже, оприходываем. Так, спокойно, отлично, отлично, отлично. Все получается почему-то. Так, великолепно. На данный момент. Как думаешь, не стоит менять оружие? Я думаю, стоит, да. Мне надо сменить оружие и добить его с помощью минигана. Отлично. Да, мразь, ты лютая гадость. Просто ни музыки, блядь, ничего. Просто, сука, пиздец. Погоди. Уйти и не запечатлеть тебя, но это грех. Ты же мне на превьюшку пойдешь. Хотя, что тут, блядь, разглядеть-то можно? Просто какой-то хуй валяется, там свет светит. Нет, говно превью. Минут мы с тобой бились. 6 рестартов. Три, один, твою мать! Ёп! Эти зубы здесь не просто так, и вся эта жижа тоже. Прикольно. Нет. Носик течет. Чисто мой еблет, когда... Да уже ничего. Твою мать. Подожди, оно что, следит за мной? Мне это напоминает Little Nightmares. А если я упаду? Ага, я дамажусь. Little Nightmares. Можно эти перепутать? Жаль. Только встань, пидор. Сколько ж можно-то, а? Сюда иди. Спасибо. Пожалуйста. Дядька, спасибо тебе, дядь, ты ничего хуже. И
глаз за мной сидит, бляха, это страшно. Хоть это и крыльев, да, как бы это не корм, это... Всё. Валился, ёбки. Молодец. Так, дай-ка я тебя на фоточку. Понятно, держим его на запуске. Давай.
пузыришь, я тебе сейчас это хвост перебью. Бля, дядька. Два дядьки, как весело-то. Сука, еще и темнота. Это вообще говно. Нет, дай я спешу на тебя, дай я спешу на тебя. Это пиздец. Это просто пиздец. Да, надо быть готовым. Я думаю, теории писать. Дядя, не надо, дядя. Да пошел. Ай, пила кончилась. Давай, побегай еще за тупым. Я понял, как работает пила. Так, можно я сначала с одним пером пройду? Хотя, нахуй я сказал, что я не пройду. Я-то и не пройду, если... Так, понятно. Сейчас тестируем новое оружие. Да, я их даже не покупал. Это старое, хотя надо что-то новое купить. Хотя у меня бабла, поэтому... Я думаю, если еще поступить, да, я не могу. Так, сюда иди. Не иди, нет, не иди сюда, пожалуйста. Так, достань. Я вас сейчас я стреляю. Где меня стреляют? Сюда иди. Убоёк. Так, спокойно, вот сейчас просто спокойно. Не надо себя нагнетать, не надо, просто пиздец. Да, я понимаю, что это полный опа. Извини, хуи со всех сторон. Это пиздец. Я даже не знаю, что здесь использовать это, но это сомнительное решение. Будем... Подожди, тут автомата нет? Нет, автомата тут нет. Говно. Так, я понял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Спасибо, дура, мне ж этого не хватало. Погибли, блядь. Так, ну, поёбанный.
шанс, что я сейчас сдохну намного выше. Дела, сомнительное решение. Против уже всех этих героев. Какую-то новую хуйню брать. Так себе решение тоже. Если, наверное, он кулак имеет, хотя я им не пользуюсь. Единственный вариант пробовать скольжение, хотя против нескольких физиков йога это следующий крайне. Вызвать униган. Так себе решение. Нахуй я это сделал. Кроли дал. Да так, кстати, дядька. Мне нужен дядька. Так, единственный вариант, который я тут вижу, это вот так вот кататься, хотя у них есть шансы, что они меня перебьют. И это совершенно правильно. И сейчас так, один грохнут. Внимание, один грохнут. Так, другой, сейчас будет, думаю, грохнут я. Сейчас буду грохнуть я, потому что мне это пиздец как нравится. Дядя, дядь, пожалуйста, можно я тебя? А можно я тебя? О, так, отлично, так, этот готов, блять. Вас мне еще не хватало, спасибо. Сюда, сюда иди. За ХП дал, спасибо. Так, еще сюда подлетаем, битенькаем на него. Хорошо, что за человек, я. Даже не человек, на себя не настояю. Так, сколько их там? Там их то ли один, то ли два, я понятен. Так, ясно, сейчас. Где? Сюда иди, готов. Так. Все, типа, я прошел. Сука, три безликих хера. Это, блядь, того стоит. Замечательно, мне, блядь, одной не хватает, нет. Спасибо за две халявы. Победил. А, вот и это, оказывается, последняя локация. Да. В смысле? А они что, уже сдохли? А когда я их ёбнул, то успел. Ладно, опустим этот момент. Так. Итого три круга ада. Что мы получим за них? Мы получим за них нихуя. Пять гастартов. Твою мать. 3-2. Ой, чел,
Ладно, давай, я думаю, мы пройдем 3-2 прямо сейчас. Вижу себе на небесе. Светится имя твое, так и будет царствие твое. Подожди, пока рано паникую. Очень аккуратно, это лава. Нам нельзя быть сожженными, блядь! Нет, нельзя, 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 нельзя! Ай-я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 й
Не спрашивай ничего, просто ничего не спрашивай. Музыка напоминает Хайр Тимич, Рамштайн. Machine, turn back now. The layers of this palace are not for your kind. Turn back, or you will be crossing. Да ёбаный мандалет, твой рожи, блядь! Я ненавижу лаву. Я ненавижу лаву! Так, ждем, пока он окажется здесь. Все, меня это заебошило. Все спокойно. На органе кто-то лопается. Ясно. Так, спокойно. Блядь, я там как попасть-то должен? Ёб твой рот, наоборот. Как я вам попаду-то, блядь? А, ну вот так и попаду. Так, по глотке спускаемся, значит, такие. Your choice is made. As the righteous hand of the Father, I shall rend... You apart, and you will become inanimate once more. Ну, типа туда идти. Давай поползу тут потихонечку. Я не очень хочу упасть в лаву. Я и не упаду. Ew. А это сердце, ёпердолю. И музыка остановилась, всё. Продолжилось. Так, подожди. Я даже не знаю, что мне брать здесь. 72 тысячи у меня. Я думаю, что мне надо будет взять вот это, но пока что я ничего не буду делать. Ой, падла. Это кто? Это кто? Это кто? Не, дядь, давай.
Давай ты пойдешь лесом, а? Давай ты сходишь лесом здесь. Это видать, он и охраняет вот это вот а-ля сердце или еще что-то. Ну, ты заебался какая-то сюда, типа. Да ты меня заебешь! Назад меня, блядь. Спасибо. Понятно. Не тай. Дела на него тебе говорили. How can this be best by this? Мне не нравится, что он злится, он мне сейчас люлей как. Типа хочешь сказать, что я тебя победил. А, и все. Это один единственный уровень вот с этим Габриэль и пройти его на два рестарта, но в принципе мы с тобой охуели. Ладно. Пришло время остановиться пока что. Хотя. Сейчас. Что он болтает? Отец Свет в... Что, ёпта? Какой папаша, ты о чем? Понятно, мне это надо все переводить, думаю. Что он вообще там болтает? Кому он, блядь, это болтает? Ну, ясное дело, мне. Стоп, а это, случаем, не какие-то имена? Хотя вот...
Хереси, оно два раза повторилось. Хереси. Селенс. Нет, это не имена. Ты имеешь 24 часа. Что это пропустим, хотя знающие чуваки. О, это превьюшка. Это, скорее всего, превьюшка. Insert диск 2. Акт. Первый конец. Закончен. Видать, мы начинаем акт 2. Да. Так, ну, видать, летел я очень долго. Мы с тобой повидали уже вот этого. Мы с тобой увидели... Где ты, блядь? Габриэль. Вот кто он. Мы практически всех открыли. Что ж. Все. Пока что мы с тобой на этом останавливаемся. Ладно, спасибо, что досмотрел этот ролик до конца. Ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. Всем удачи, всем пока.